Привет, друзья! Это программа «Эх, дороги» и я ее ведущий Максим Суханов. Ну что ж, продолжаем инспектировать наши удивительные, невероятные, нечищенные, увы, пермские дороги. Поехали! Я сегодня нахожусь в Свердловском районе города Перми, разумеется, на улице Фонтанная. Вот такой вот замечательный, казалось бы, спальный район, центр фактически. Тут все недалеко. Жить в одно удовольствие, если не считать вот эти вот дороги, которые не чистятся почему-то. Мы вынуждены, конечно, каждый год приезжать зимой на улицу Фонтанная. Мы, кстати, сейчас еще доберемся до улицы Рабоче-Крестьянской, там, говорят, тоже проблемы. И меня, конечно, поражает, как в этом году чистятся дороги второй и третьей категории. Да они вообще фактически не чистятся. Вот посмотрите, вот эта вот дорога, если это можно назвать дорогой, одна сплошная колея, как пел когда-то Владимир Семенович Высоцкий. А здесь, между прочим, двухстороннее движение. Ну вот, тут даже комментировать, друзья, нечего. Тут можно просто, знаете, под музычку показывать кадры, и всем будет все понятно. А вот это вот, друзья, парковочные карманы. Они находятся на возвышенности. И я вообще не представляю, как сюда заезжают легковые автомобили. Нет, заехать-то, конечно, можно. И видно, что люди заезжают, но видите, какие тут после себя сюрпризы оставляют. Ну, разумеется, все это застывшее. На улице-то минус 20. Лед. Тут можно не только брызговики оставить, я думаю. Да, друзья, ситуация, конечно, аховая. Депутаты у нас Пермской городской думы, как выясняется, выезжают только на чищенные дороги в центр города. Я про выездную комиссию сейчас говорю. Там сразу все чистится. А вот такие вот участки, и они в каждом районе. И я ведь сейчас не преувеличиваю. В этом году просто хуже некуда. Тут развожу руками, поехали на Рабоче-Крестьянскую. Ну что, друзья, честно признаюсь, не ожидал. Вот прямо не ожидал. На Рабоче-Крестьянской улице поработали. Написал мне ночью один из жителей этого района. Сказал, что обязательно приедьте на улицу Рабоче-Крестьянская. От Революции до улицы Фонтанная дорога не чищена. За ночь почистили. Это не может, конечно, не радовать. Но тут возникает сразу вопрос. Ну вот она, улица Фонтанная. Но неужели нельзя было и там пройтись? Но, увы, у нас почему-то все сразу как-то не случается. Ну, такой, знаете, тут, друзья, на Рабоче-Крестьянской хедмейд по-пермски. По-другому ты и не скажешь. Вот парковочные карманы. Где-то можно припарковаться, но так как все это замерзло, долго дорогу не чистили, в результате лед. И видите, какие тут пространства. Вот я вот тут точно никакой легковой автомобиль не заедет. Даже, наверное, внедорожник. Не хватает людей, не хватает подрядных организаций, не хватает техники. Об этом, кстати, недавно губернатор Прикамья говорил в социальных сетях, в прямом эфире, на весь Пермский край, по сути. Но тут сразу у меня лично возникает вопрос, а при чем здесь мы с вами, жители, автомобилисты и пешеходы? Вот тут и оно. Все на сегодня, друзья. Это была программа «Эх, дороги» и я ее ведущий Максим Суханов. Увидимся завтра в это же время. Хорошего всем настроения, удачи на дорогах и, конечно же, будьте здоровы. Пока.